Ребят, всем привет! С вами магазин АПГ, Дагер. Сегодня мы будем собирать два топовых стримерских ПК совместно с периферией. То есть это будут полноценные два комплекта для двух стримеров. Я думаю, вы знаете прекрасно уже по кадру, кто рядом со мной стоит. Абрик и Имона, известные тиктокеры в Узбекистане. Я думаю, многие на них подписаны и вообще попадались в реках их видосы. И вот сейчас, сегодня они непосредственно обратились к нам и решили перейти на стримерскую часть. Соответственно, не бросить делать тиктокерское, а именно попробовать также себя в стримерской части. Два ПК будут собирать. Как вы уже поняли, они между собой схожи. То есть что-то есть по связи, что-то немного отличается. А именно, давайте пройдемся по комплектации. По корпусам это будет Lianli Lancool Mesh RGB в белой расцветке. Мы вначале думали сделать один черный, один белый, но пошел спор и решили оставить два белых корпуса. По фундаменту это будет от Asus две материнские платы Prime B460+, и в них мы будем устанавливать два камня i5 10400 с индексом F, соответственно, без встроенного видеоядра. Почему? Потому что у нас будут две внешние карты. У Имоны будет 1650 GeForce GTX 1650, и у Абрика будет RTX 3060. Охлаждать эти два камня будет у нас водяное охлаждение Galahad IO 240 RGB. По накопителям мы решили убрать вообще, в принципе, жесткие диски. Сегодня это не так сильно актуально, особенно когда вы собираете реально крутые машины. Мы сделаем два SSD накопителя. У Абрика будет на терабайт, у Имоны будет на 500 гигабайт. По памяти 2 по 8, в сумме 16 гигабайт, 3200 частота от GeForce Night Hub. По красоте мы решили добавить RGB кабеля от Lianli. То есть это будет 24 пин на материнские платы и на наши GPU по 8 пин. И всю эту тему будет питать блок питания от Zalman на 750 Вт с сертификатом 80+ бронза. Окей, по железу мы разобрались, теперь давайте пройдемся по периферии. Блин, вы все время молчите, кстати. А что я вам говорю? Ну там да. Это, типа, ля-ля-ля, типа, будет материнская. Да, ладно. Это мое. Да, это мое. Так, по железу мы разобрались, давайте теперь пройдемся по периферийной части. По звуку у них будет клауда вторые от HyperX Wireless, беспроводные. По микрофонам у Абрика будет HyperX Quadcast S RGB. И у Имоны будет от Razer Siren Mini Mercury Edition, то есть в белой расцветке. Так как они будут оба играть в игру Valorant, я думаю, всем известна эта киберспортивная дисциплина. Сегодня она реально уже зашла, в принципе, играют ее многие геймеры. И нужна, соответственно, очень крутая мышка. И, соответственно, чтобы она была еще и легкой. Поэтому у обоих будет мышка от Xtrfy M4 RGB. У Абрика будет Retro Edition, у Имоны будет Black Edition. Окей, по мышкам разобрались, теперь по кейбордам. У Имоны будет от Вармила версия Moonlight с Cherry MX-Red свечами и версия TKL без нампада. А у Абрика будет клавиатура от HyperX Alloy Origin Score, также TKL версия, имеет свои свечи HyperX Red. И вдобавок мы еще заменим ему кейкапы от HyperX Pudding Keycaps. Ну и, соответственно, свои клавиатуры и мышки они должны разложить на крутой огромный вместительный коврик. У Абрика будет от HyperX Fury S XL версии 900x400 размером, у Имоны будет от Logitech с таким же огромным размером. Так, что, нет? Ну и, соответственно, чтобы запустить стрим и вообще просто отображать картинку, им нужен монитор. Выбрали они от MSI 27 дюймов G271, 144 Гц, миллисекунда отклика и, соответственно, с IPS матрицы. Их, кстати, два. В принципе, вот и все. У нас все готово. Мы можем приступать к сборке. Кто из вас первый будет, соответственно, начинать? Имона. Точно? Окей, погнали. Итак, как вы уже поняли, сборку ПК мы начинаем с ПК Имоны. В этом нам поможет наш специалист Шахзот. Так что, поехали. Так, я немного отучился, а уже они установили камень в сокет материнской платы и, соответственно, две планки по 8 оперативной памяти. Next у нас идет установка SSD накопителя. Камень, АЗУ и накопители уже установили. Теперь у нас будет происходить установка СВО, водяного охлаждения. Сейчас мы будем вначале устанавливать основу и, соответственно, потом это все проектировать в сам системный блок.
Так, ну что, с водяным охлаждением у нас получается, да. Все в процессе. Так, сейчас походу будет установка двух кулеров. Да. Окей, по комплектации материнскую плату, в принципе, все закончено, и теперь мы будем разбирать корпус, соответственно, подготавливать его, чтобы все это туда красиво разместить. Да, ребят, помимо того, что они собирают ПК сами, имейте в виду, что это у них впервые, то есть первый случай, когда они реально собирают ПК и еще к тому же свой. Корпус подготовили, теперь нужно туда, соответственно, установить то, чем все это будет питаться. Блок питания. Материнскую плату мы установили, теперь следом у нас пойдет водяное охлаждение от Лианли. Барные стулья для фиксиков. Так, водяку мы, получается, уже зафиксировали, теперь нужно наложить термопасту. Кстати, он спрашивал, что это за шприц, ну, теперь, соответственно, на вкус. Итак, в принципе, большую часть мы уже собрали, и теперь у нас будет самый долгий процесс, но это очень важный процесс. Будем производить кабель-менеджмент, чтобы вся эта некрасивая сторона у нас была красиво закреплена, расположена и укрыта за крышкой. Поехали. Итак, кабель менеджмент у нас подошел к концу, и теперь мы будем устанавливать видеокарту, ее 1650, ее ПК. Ну что, ребята, ПК и моно готов, как видите, теперь он максимально круто сияет. Тебе нравится? Да, конечно. Как я не думала, что будет так круто. Реально, все по красоте. Как видите, все работает. Получается, у моно теперь имеются кое-какие навыки по сборке ПК. А мы на этом не останавливаемся, не заканчиваем, потому что у нас с Next'ом пойдет ПК Абрика. Поехали. Так, ну что, Эмонки, мы ком собрали. Теперь, наконец-таки, будем собирать мне. Это немного интереснее, потому что мой помощнее. Так, ну у нас, в принципе, будет тот же процесс, тот же порядок, как и собирали ПК для Эмоны, так что поехали. Тиктоки снимать явно легче. Тут, короче, снимаем. Я, прикиньте, почти сам себе ком собираю. Вчера узнал, что такое водянка. И что такое водянка? Водянка это вот охлаждает систему, там жидкость специальная, короче. Не система, не, центральный, да, процессор. Центральный процессор. И не из-под крана вода. Вот я это тоже сегодня узнал. Ты вообще раньше собирал себе компьютер? Вообще кому не собирал? Вообще интересовался сборка пока? Нет, вот только вот. Вот первый раз. До этого у меня был MacBook. MacBook топ, но на нем игры не поиграешь. Вообще, я не приспособлен к этому, потому что моя бабуля говорила, я создан не для того, чтобы драться и работать, а мои пухлые ручки созданы, чтобы считать деньги. Вот, люблю бабулю.
почти готов, и сейчас у нас стадия установки видеокарты RTX 3060. Я вот в интернете смотрел перед тем, как сюда прийти, надо вот сюда ставить. Вот. Вот. Весь день угробили на то, чтобы собрать эти мощные компьютеры для стриминга. Да, реально, мы с обеда, вот буквально сейчас, сколько у нас времени? 9 часов вечера. Да, уже 9:30 вечера, и мы только закончили собирать эти ПК. Но зато, реально, получили много опыта, и, соответственно, компы готовы уже к стримингу. Осталось только их довести до дома и запустить уже трансляции. У меня такой вопрос. Во что вы будете играть? Вот непосредственно ты. Так, ну мы будем играть, наверное, и Valorant, и CSGO, и Call of Duty Warzone. А ты, Имона? Что я? Ну, не считая Sims и Майнкрафта. Sims и Майнкрафт. Как только они создадут свои каналы, и, возможно, они, наверное, уже есть, мы обязательно в описании укажем эти линки, и вы, соответственно, можете перейти и подписаться на них, чтобы следить за их трансляциями. Ребят, с вами был магазин АПГ, Дайгер. Всем спасибо за просмотр данного выпуска. Надеюсь, вам он очень понравился. Обязательно в комментах укажите, напишите, что залетело, что нет. Обязательно прочтем и учтем при следующих съемках. С вами был Дайгер. Абрик Левен. Ивона Ил. До скорых встреч. Всем пока-пока.